Всем привет! Я приобрела новый утюг. Это умный утюг парогенератор Morphy Richards IntelliTemp 305003. Компания Morphy Richards – это британская компания. Она существует с 1936 года, и эта техника очень популярна в Англии. В чем же особенность этого утюга и почему я выбрала именно его? Давайте мы его сейчас распакуем и разглядим поближе. Вот так утюг выглядит. Вот уже распаковала я его. Так в чем же особенность этого утюга? Им можно гладить пальто, например, и сразу же шелк. Интеллектуальный режим IntelliTemp не требует настроек. Утюг-парогенератор имеет встроенный насос для подачи пара. И под давлением в 1,5 бара подает пар 485 отверстием. Видите, как много отверстий? Ни в одном утюге вот такого количества нету. Что это дает? Пар проникает глубоко в ткань, и паровая подушка создает легкое скольжение подошвы и гладит гораздо быстрее, чем обычный утюг. Утюг с функцией IntelliTemp самостоятельно устанавливает температуру и расход пара для всех видов ткани. И теперь не нужно будет думать, какую температуру поставить. Утюг думает за вас. Здесь есть два дополнительных режима – эко и турбо. Ну, например, режим эко утюг гладит почти не касаясь, вот настолько мощный пар дает. Плюс есть вертикальное отпаривание. Режим турбо дает очень сильный мощный паровой удар. Еще хочу сказать, в утюге есть двойная система защиты от накипи. Это противоизвестковый картридж и система очистки, которая этот картридж чистит. На панели появится сигнал, когда нужно будет произвести очистку системы. Это делается очень легко и просто. Ну что мы еще внешне можем рассмотреть? Подошва, например, сделана из ударопрочной керамики. Имеется длинный шнур 3 метра длиной и вот такой вот шаровой затвор, что позволяет шнуру не путаться и не закручиваться. Еще на носике есть подсветка, мы ее посмотрим. Она очень помогает разглядеть как раз таки мелкие складки или когда мы гладим в каких-то труднодоступных местах. Еще что хорошо, что здесь есть функция автоотключения. То есть, если мы забыли выключить утюг в горизонтальном положении, он отключится сам через 30 секунд. И если вертикально он стоит, то он сам отключится через 8 минут. В общем, это очень важно и безопасно. Здесь емкость 350 мл. Мы сейчас зальем водичку, включим утюг и будем пробовать гладить. Что еще немаловажно, на этот утюг даются гарантия 2 года. Я налила водичку сюда. Кстати, воду наливать можно с крана, можно пополам с дистиллированной, можно отфильтрованную воду наливать. Но чисто дистиллированную воду не надо наливать, потому что это влияет на картридж. И нельзя с какими-то примесями наливать воду. Противопоказано. Я включила в розетку, и у меня здесь показывает вот такой значок. Сейчас я нажму режим эко. Попробуем этот режим. Ну, возьмем наволочку, например. Попробуем погладить на ней. Сейчас я включила режим эко. И у нас вот такой звук мы слышим, пульсирующий, как бы, да, идет подача такая пара. Да, все-таки лампочка, это здорово. Она помогает разглядеть вот как раз в таких местах, в рукавах, там, где складки вот в наволочке, да, помогает разглядеть то, что не видно. Когда я глажу, подача пара происходит. Когда я ставлю на каблучок, то пар прекращается. Правда, очень умный утюг. Сейчас я гладила хлопок, а вот сейчас хочу попробовать погладить вот такой тоненький шарфик. Ну вот он легко справляется со своей задачей, и не нужно переключать температуру, настраивать пар. То есть у меня включен режим эко, и тут автоматически все делает утюг за меня. А сейчас попробуем вертикальное отпаривание. Вот здесь вот есть складочки, мы видим, да? И вот я включаю утюг и вертикально. Можно подключить паровой удар немножко.
На расстоянии 1-2 сантиметра мы, не касаясь ткани, в общем-то, видите, отпарили уже вот эти вот складочки. Все. Тут все проглажено уже. Но вообще функция вертикальное отпаривание очень удобная. Она подходит, вот если разглаживать занавески, когда мы постирали, допустим, повесили, там небольшие складочки есть. Или что-то где-то вот полежало, какая-то вещь, например, как этот шарфик. Он полежал, и где-то появились складочки. И легко вот так раз и разгладили. Ну вот мы немножечко погладили, чуть-чуть попробовали утюг. Классно на самом деле, мне очень нравится. Действительно легкая глажка, легкое скольжение, длинный шнур, подсветка. И самое главное, что не нужно тут уже думать о температуре. Вот включил кнопку, допустим, эко или турбо, и все. И утюг сам по себе гладит. В общем, замечательный, классный утюг. Мне он очень понравился. И ссылочку на этот утюг я оставлю внизу. Проходите по ссылочке, вы узнаете о нем больше, чем я вам рассказала. И, в общем, приобретайте, советую. Утюг стоит того. Вот такой классный. На этом я хочу свое видео закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.